Не, ну, в принципе, несложно. Пока что. Это что это ты за пипиську там себе прикрыл? Это что за пиписька? Не понял. Мужчина. Всем привет! Рады видеться на моем канале Тилька Плей и Наташа. Мы сегодня с вами играем в план с зомби, то есть растения против зомби. И у нас с вами уровень сложности Дикий Запад. Уже три перчика, собственно. А у нас осталось, в принципе, идти же. Сколько всего много. Не уверена, что мы будем, конечно, во все это играть. Потому что пока что не знаю. Ну, по крайней мере, посмотрим, что как. Давайте пойдем с вами на Дикий Запад, как я вам обещала. С вас, кстати, лайк, с вас подписка и что? Продолжаем играть. Дикий Запад, отлично. Не хотел меня пускать. Ну что ж, начнем. Новые зомби, новая атмосфера. Дикий Запад здесь и сейчас. Ого, это что это такое за прикол? Мне теперь надо высаживать растения вот только в такие штуки. Ничего себе. Слушай, а это, кстати, удобно. Смотри, какой волосатый. Мне кажется, он от стресса полысел. Кстати, не забывай ставить лайк и подписывайся на каналчик. Если хочешь, чтобы эти игры выходили чаще, ну, план зомби. Хотя, не знаю, в них можно играть вечность. А, прекрасная работа. А, да, я не сомневалась. Хорошо, значит, нам нужно А, подожди. А как? У меня же нет того, что можно высаживать. Или можно? Я просто не знаю, как это работает, если честно. Вот так наберу, короче. А, можно сажать вот сюда. Все, я понял. А вот эта штука, кстати, очень удобная. Слушай, это прям лайфхак. Жизненный, я бы хотела бы сказать. Необходимо жизненный. Ты сюда не дойдешь, ковбой. Ты не сюда пришел. Понятно, ковбой. Ты идешь нахер, ковбой. Мои штучка тебя затыкает. Слушай, ну они так достаточно резво начинают идти. Меня это начинает несколько напрягать. Не, ну нормально все будет. Я чувствую, мы справимся или нет. Или наоборот, это была моя сложность, на которую я слишком много рассчитывала. Давайте я вот сюда пока что поставлю. Так, пацаны, надо защищать. Защитите, пожалуйста. Вот так вот, отлично. Так, ну хорошо. Пока что мы с вами справляемся. Это отличная новость. Это значит, что все под контролем. Ну, почти. Получите очередь. Хотели получить очередь? Получите. Я хочу накопить, вот сюда поставить вот этого ежищего. Это же вообще читерный способ. Чтобы они туда, это, короче, ездили, ты прикинь. А я, наверное, не накоплю. Я, наверное, не накоплю. Блин, ну ладно. Накопим в другой раз. Слишком короткие волны. Ой, какая большая волна тут на меня лезет. Не, ну все, здесь уже нельзя лажать. Здесь надо уже что-то делать. Возможно, сделаем вот так с вами. Потом сделаем вот так. Вот так. И у нас уже здесь двойной дефенд. Ай, давайте напоследок бахнем вишенкой. А чё нет? Можем себе позволить. О, мы получили новое растение, которое стреляет и туда, и сюда. Значит, сейчас, скорее всего, появится монстр. Ну, зомби, который будет как-то, типа так, изощренно вот это вот все делать. Главное, без рекламы. Ну, какая шаурма? Так. Ой, что это за... он кидает эти самые херафы в чугунке. Ё-моё, пацаны. Значит, смотри, нам по-любому надо брать вот эту новую штуку. Потому что, очевидно, без нее... Здесь можно обосраться. Нам нужна вот эта штука. Смотри. Вот тут можно просто защиту выстроить и все. Блин, ну капец-то, конечно, кринж. Это такой кринж. Я надеюсь, я не пожалею, что я сейчас так сделала. Давайте, солнышки, рожайте. Так, давайте вот сюда вот этого поставим, пацана. Пусть стреляет в два разных вида. Вот здесь ставим бомбочку. Я думаю, что да, сюда будет кто-то просто такой подходить, который кидается по какой-то причине. Так, стреляй по нему. Стреляй по нему! Так, мужчина, я против такого. Понятно? Так, идет. Идет старый дед. Что делает дед? Дед, ты что делаешь? Он какой-то медленный, но мне кажется, его стоит бояться. Ха! Соси! Я это все продумала. Видал, какая я профессионалка? Я все продумала в голове. Я знала, что так будет. Я знала.
что этот жопошник, он так и сделает. Я знала. Ты меня так просто, мой дорогой друг-то это, за дуру-то меня не держи. Я это все умею. И все это просчитываю. Понятно тебе? Пытался он меня задудосить. Ага, кто кого еще задудосит? Это скам, детка. Блин, они такие медлительные. Это капец какой-то. Надо ставить куда-то сюда. Сейчас смотри, этот хер прыгнет старый. Давай по нему херач. В две стороны, нормально. Справились. А куда это мы идем? А куда это мы такой деловой путь держим? Ты видел? Где же тут там путь долгий? Ничего себе, вот это ты славно придумал. Так, хорошо, у меня там что-то есть, в принципе. Что-то там получается. Так, давайте сделаем вот так. Ой, сейчас съедят кого-то. Ой, сейчас кого-то съедят. А потому что вот не надо быть такой глупой. Ну нормально, ладно, ничего. Подумаешь? Пацаны, не повезло. Не судьба. Знаешь ли ты, ты не дойдешь, я расстреляю тебя, и ты сейчас умрешь. Вот такая вот певица Максим. Она знаешь, вот ты не знаешь, а у нее есть такая песня. Опа, я получила пиньятку. Смотрите, какая красивая, интересная пиньятка. Ну-ка, давайте-ка мы ее пару раз вдарим. Что нам попадется? Денюшка, денюшка, это хорошо. А, это что это за горох? Такого гороха я не помню. Какой-то интересный горох, но его нужно еще открыть. А, этого тоже я не знаю. Это какой-то... А, это арбузик ледяной, такой знаю. Ну, в принципе, мы справились с вами относительно неплохо. А это что такое же? Это что за покемон? А что это мы там играть сейчас будем? Там тита-тита-тита-та. Он, небось, сука, быстрый. Я думаю, что я справлюсь. Я просто не знаю, что этот дурак делает. Хрен его знает, что он делает. Может, он нам как-нибудь супер скачет, интересно. Он мне еще не встречался. Он такой хитрожопый жук. Пацаны, не повезло. Блин, мне нравятся вот эти вагонетки рельсы. Ну, рельсы вот эти нравятся. Это прикольно. Они достаточно тебе помогают пожить. И это очень классно. Это прям очень круто. Ты можешь брать и стрелять по этим додикам. И типа жизнь прекрасна. Так, он катится. Я не знаю, что это значит. А, так, зомби танцуют. Они, видимо, быстрее двигаются от его песен. Иди, да, они переходят. Они переходят на другую линию под эгидой его песен. Так, ты сейчас у меня перестанешь играть, понял? Нихера себе, все, хватит играть. Играть запрещено. Музыка-то только для веселых. Так, смотри, можно вот здесь выстраивать потихоньку шипы ставить. Пусть они у меня будут. Вот так вот ставим здесь. Иди отсюда нахер. Ишь, что какой? Ишь, что удумал? Ишь, какой? Опять идет. Да ты посмотри. Он опять там играет на своей этой машинке сраной. Так, давай вот сюда ставим защиту. Ля, что он делает? Он просто их бафает и все. Они танцуют. Все потанцевали. Запрещаю. Да, они, походу, быстрее с ним передвигаются. Он им дает баф на скорость. На. На этом твоя компетенция как бы все. Это было легко. Пока что не сложно. Так, это что такое? Динамит? Возможно, сейчас будет какая-то мини-игра, но я не в курсе. О, мини-игра, как я вам и сказала. Что ж, поехали. Значит, расставляй растения, чтобы защититься. Хорошо, поехали. Расставляем первое растение, оно готово. А чё только оно? И все? Блин, надо было вот сюда ставить. Я такая странная, я надо было вот сюда ставить. А чё? А в смысле? А еще будут растения? А, ну тогда вот так, смотри. О, я понял, в чем смысл. Надо было думать, куда... Я как всегда. А можно начать сначала? Подожди, а как рестарт? Я тупая. Еще правду говорю! Смотри, все, я поняла. Все, смотри, значит, вот нам показали, куда мы его ставим. Все, да подожди ты. Вот, сюда ставим. Все. Я просто растерялась.
Там показывают загон, из которого они идут. И из этого загона мы должны, соответственно, сами расстрелять этого зомби. Чтобы он не смог пройти к нашему, чему, тележке, да, с горшком. Вот, смотри, вот этого можно вот так и вот так. Все, по идее, оно закрыто. А я растерялась просто, понимаешь? Я что-то как-то и не подумала. Блин, у них такие волосатые головки смешные. Глупые такие, дурачки. Местные дурачки, дуралямбусы. Так, смотрите-ка, дед. А, ну смотри, вот так. Вот этого вот сюда, а вот это вот так. Все. По идее, вот так сработает. Вот сраный дед. Ты посмотри. Идет он там, он сейчас прыгнет. А может, не дойдет. Не, мне кажется, он сейчас прыгнет. Да, смотри. И что? Кого ты пытался обмануть? А? Меня, что ли? Так, дед теперь здесь. Так, давай, ну вот так пока что поставим. А там сориентируемся. Так, вот так и вот так. Вот. Вот так даже, наверное. Слушай, здесь нужно думать, это прикольно. Сейчас аж пришлось немножечко подумать. Ха, этот не дошел. Все, хорошо. Так, уже сложнее. Они на всех линиях. Значит, вот так. Вот сюда. Ну, в теории, вот так, если я ставлю, у меня все линии защищены. Вот так даже. Делаем перестановку. А вот тут-то проблемка нарисовалась. Фух, успел. Ё-моё, живем. Можно даже, знаешь, как сейчас сделать? Вот так. И вот так. Как вот этого убьем. Просто сделать перестановку, чтобы он уж точно не дошел. Вот так вот. И вот этого вот так вот. Помогите ему. А то он тоже почти дошел. А куда его? Ну, давай и тебя поставим... Ну, сюда. Поехали. Вот так. Одного здесь оставим. Так, вот сюда идешь. Давай, давай, ну добивай его. Все, чтобы здесь было 4 у нас. Вот и все. Изи! Профессионально. Так, тристрел. Тристрел надо ставить... надо ставить тристрел как-то... Вот, типа, сюда. Подожди, нет, вот сюда надо ставить. Вот сюда. Давайте вот сюда поставим тристрел. Все, поехали. Работаем. Так, давайте вот так. Вот так. Вот так, в принципе, нормально работаем. Никто не пройдет. Вот сюда нужно добавить. Убрать. Все. Еще один тристрел. Вот сюда ставим. Ну все. Вот так можно даже поставить. Все. Защита есть. Защита готова. Главное, деда не подпускайте, пожалуйста, вот к этому. Все. Это что-то как-то слишком легко. Тебе не кажется? Мне кажется, что да. Изи. Изи. Так, последняя, по идее, волна. Так, тристрел. Ну, давайте тристрел поставим вот здесь тогда. Пусть будет так. О, пианино значит, наше едет веселое. Отлично. Класс. Вот пианино-то нам и не хватало. Так, нужно добавить, убрать сраное пианино отсюда. Все, убрали пианино. Вот это вот сюда ставим. Вот это вот сюда. Все, я выиграла. Это что это за такая булочка? Что это за сладкая картошка? Ты кто такой? Что это за перчик интересный? Такой типа...
Ну, поставь, пожалуйста, лайк, Тильки. Зомби его едят и, типа, выпускают какой-то защищающий газ. Это я, когда поем бобовых. Ну что ж, давайте пробуем мистера Перчика тогда, да? Значит, нам по-любому здесь, у нас, смотри, вот эти вот пацаны, это новые, вот этот старый. Значит, нам нужно вот это. Давайте вот эту поставим. Ну так, чисто, R разнообразие. Ставим солнышко. Давайте куда-нибудь вперед ставить теперь. Немножечко видоизменим нашу тактику. Не хотелось бы, чтобы их сахавали. Вот это вот сюда ставим, чтобы, если пойдет вот этот додик, мы его с легкостью с вами могли прибить. Эй! Мужчина! Вы это, пожалуйста, идите нахер. Мы против вас. Так, дай-ка, ну-ка, я хочу, чтобы ты скушал. Хочу, чтобы ты скушал эту штучку. Мне правда интересно, что будет. Типа, знаешь, такой челлендж. Кушай его. И чего? Ой, ёпта, он пукает. О, что за кринж. Ты тоже будешь пукать? Они все будут пукать теперь? Пердящие воины. Напряжение на перделе. Он даже не успел его съесть, понимаешь? Настолько не получилось. Давай вот сюда ставим. Так, это вот сюда. Не, ну, в принципе, несложно. Пока что. Это что это ты за пипиську там себе прикрыл? Это что за пиписька? Не понял. Мужчина. Что это за защита такая? Слишком дерзкая защита у вас. Ё-моё, вот это его рвет. Прикинь. Порвало, братана. Можно я вот так сделаю? О! Нормалек. Не надо кушать! Блин, это пердящая жидкость, она меня это раздражает немножко. Блин, ну это кринж. Они прорвали мою оборону. Капец. Пердящая херня. Пердящая фасоль. Это такой кринж. Я даже не знаю, как с этим быть-то. Напряжение на перделе. А! Какой-то обосранный этот. Пацаны, это вам. Говорят, вы любите пукать. А они убивают своим пердежом других зомби, мне интересно, или нет? Типа, если убивают, то это прикольно. То это прям вообще кайф, если они убивают пердежом. Деда. Деда, мочите деда. Все, дед не дошел. Дед не смог дойти. Он обпукился. Блин, офигеть, у него там защита на задничке. Вот это я понимаю. Лучше защиты и быть не может. Ну, мы выиграли с вами. Мы с вами молодцы. Слушайте, мне нравится здесь играть. Здесь вот эта вот прикольная вагонетка. Она прям добавляет шарм свой определенный. Прям очень круто. Ну что ж, давайте на сегодня последний уровень тогда сделаем. Защищайте ваши растения от зомби. Что ж, пока что ничего сложного здесь нету. Зомби-певец, вот это вот все на дуде и грец. Значит, смотри. Подожди, значит, ты сюда и ты сюда. Вы у меня будете ездить. Потом, здесь тогда... давайте вот так. Вот так, вот так и вот так. Защита. Так, пока что 600 у меня солнышек есть. 450 осталось. Можно поставить здесь вот так. Вот так. И вот здесь один пердеж. Все. Играем, ребят. А, подожди, я могу раскидать пердеж. Все, я раскидала пердеж.
Пердеж разбросан. Еще разбрасываем пердежа. Навали клинжа, бросай пердежа. Фу, ну это такое противное месиво просто. Они все пердят. И что с ними за фигня происходит, мне непонятно. Отвратительно просто. Ладно, я пока оставлю на запас. А, видишь, оно реально пианино и мунится вот этими шипами. Видишь, как хорошо? Накидаем пердежа, ладно. Больше пердежа. Очень сложно. Ну, вроде бы. Держимся. Кто-то там еще попердывает иногда. Но в целом все нормально. Так, есть пробитие у нас. Это плохо, что у нас есть пробитие. Ё-моё. Они едят мой сад. Кажется, я проиграла. Последняя волна зомби приближается. Ну, в теории. Я сейчас, если они даже дойдут, то мы все равно выигрываем. Давайте спасать то, что спасается. То, что уже не спасти, спасать не будем. Слушай, вот этот говнюк меня выбесил. Не, ну в целом нормально. Живем. Мы справились. Почти. Нормально. Ну, две газонокосилочки осталось. Это тоже результат, как ни крути. Короче, пишите в комментарии, как вам понравилось, короче, Дикий Запад или нет. Мне понравились вот эти вагонетки определенно. Вот, а что там дальше будет? Ну, не знаю, посмотрим. И мы получили с вами, кстати, какой-то горошек, состоящий из кучи маленьких горошков. Я не знаю, что он делает, но сейчас, наверное, нам напишет, что он делает. А, так, ставьте вовремя, чтобы сделать мультидамаг. Окей, попробуем это тогда в следующей серии. Увидимся. Пока.